За период выходных и праздничных дней с 9 по 11 мая на территории Удмуртской республики было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибли и 10 получили ранения. Среди погибших – несовершеннолетний полуторамесячный пассажир автомобиля. За аналогичные выходные дни прошлого 2014 года таких происшествий было 13, в результате которых 4 человека погибли и 19 получили ранения. В прошлом году также в сводке фигурировал один несовершеннолетний. Происшествие, унесшее жизни сразу 3 человек, произошло 11 мая около 19:00 на 4-м километре объездной автодороги между Ягбодинским и Воткинским трактом. В результате столкновения автомобиля Peugeot 308 и ВАЗ-2106 на месте происшествия скончались пассажиры автомобиля ВАЗ, 35-летние мужчина и женщина, а также их полуторамесячный ребенок. Еще один пассажир автомобиля ВАЗ, 12-летняя девочка, и водитель автомобиля ВАЗ, 30-летний мужчина, были госпитализированы в медицинское учреждение. 41-летний водитель автомобиля Peugeot 308 задержан в порядке, предусмотренной статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 «Нарушение требований правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Проводятся все необходимые экспертизы, в том числе и для установления наличия в организме водителя следов употребления алкоголя либо наркотических веществ. За эти же выходные дни на территории Удмуртской республики сотрудниками полиции были задержаны 146 человек за правонарушения, связанные с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пресечено 158 фактов выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено правилами дорожного движения.